наступило 1 сентября, и наша съемочная группа приехала в 22-ю школу в Кневиче, чтобы стать свидетелями того, как 70 первоклашек сегодня начнут свое обучение в школе. Ребята, расскажите, пожалуйста, что вы думаете по поводу вступления в школу? Вы рады? Да. Да. А вы готовились к школе как-то? Да. А как? Расскажите. Учились читать, учились писать, учились грамоте, читать. Писать. Читать и писать. Только читать. Ну, вы рады, что вы идете в школу? Да. Но праздник сегодня не только у первоклашек. В этом учебном году будут готовиться к выпуску из 11 класса 23 учащихся, а из 9 – 56. Девятый. Девятый? Девятый. Ну, расскажите, как вы за лето по школе скучали? Не скучали? Да. А расскажите, чем вы занимались летом? Помогала бабушке на огородах. Дома помогала. Ездила отдыхать. А ты? Отдыхала. В 11-й. Рады. Рады, но потом будет очень сложно. С 1 сентября всех учащихся поздравил глава Артема Александр Авдеев. Сегодня для маленьких наших граждан наступает знаменательное событие. Сегодня они переступают порог школы. 51 год назад я тоже переступил первый раз порог школы. Школа у нас была барачного типа, 4 маленьких класса, в которых мы учились 2 смены. Ребята, у вас хорошая школа, у вас хорошие учителя, у вас хорошее будущее. Хочу пожелать тем, кто уже в преддверии большой полноводной реки, это детям, кто оканчивает в этом году и в следующем году, 11 класс и 9. Вы на самом деле становитесь основой нашего государства. У вас впереди большое будущее. Поэтому, ребята, трудом, учебой своими успехами вы можете улучшить свою жизнь, и не только свою жизнь, но и нашего города. Отдохнувшие за лето учителя с удовольствием встречают своих учеников. Во-первых, праздник для всей страны. Во-вторых, для меня, как для учителя. Во-вторых, для меня, как ученицы этой школы. Я закончила нашу школу 22-ю давно, конечно, но училась с 1 по 10 класс. И работаю здесь практически всю жизнь. Поэтому эмоции переполняют. Отдых летний понравился. И на море побывала, и в театр ездила, на спектакли различные. Этот день, безусловно, волнителен не только для учителей и школьников, а также и для родителей первоклашек. Ну, волнительно, конечно, что ребенок мой сегодня пошел в первый класс. Ребенок волнуется, я с ребенком волнуюсь. Хотя, в принципе, у меня это второй ребенок уже в эту школу пойдет. Старший у меня сын в 6 класс перешел. Хорошая школа, хорошие педагоги, мы в них уверены. Вот, благодарны им за их терпение. Школьная форма, непередаваемая атмосфера праздника – все это заставило меня вспомнить школу и испытать чувство ностальгии. Жаль, что на уроки вместе со всеми я уже не пойду. Александра Селиверстова, Денис Болтов и Светлана Нурик. Городские новости.